Еще 2 года назад старое деревянное здание детского сада было признано аварийным и в скором времени закрыто. А сегодня на его месте уже возвели новое, добротное и современное здание, в котором хватит места и для детского сада, и для начальной школы. Работы идут, будем говорить, согласно графику. Мы каждую неделю выезжаем по пятницам, проверяем объем выполненных работ, которые планируем на неделю, да, и как бы подрядчики выполняют свои обязательства, выполняют срок все. Строительство нового детсада стало возможным благодаря федеральной программе софинансирования. К возведению трехэтажного здания приступили в октябре прошлого года, и сейчас строители уже близки к финишу. А через месяц здесь появятся и детские площадки. Сад еще не достроен, но желающих отправить своего ребенка сюда огромная очередь. Этот садик не практически, а полностью на 50 мест будет занят, то есть детьми, которые сегодня 1 августа пойдут в данный садик. Цуканово – перспективное село, говорят в администрации района. Оно не относится к категории вымирающих. Треть населения – это дети до 18 лет. А потому здесь просто необходимы школа и детский сад. Ольга Адаменко, Александр Бугаков, «Панорама».